On a sunny autumnal morning outside Kyiv, a group of 20 Russian citizens fired assault rifles and machine guns at training targets. Soon, they say they will be firing them at the Russian army. They are part of the Siberian Battalion, a new unit of Ukraine's International Legion. Most of its 50 members are recruited from the indigenous peoples of Siberia. Those who have joined say they are fighting against Russia's imperialism both in Ukraine and in their homeland Siberia, as well as some of the other Russian regions that are home to indigenous peoples, have become notorious in Ukraine for providing a disproportionately high amount of soldiers for Russia's war effort. Civil society group Free Beryatia Foundation has said that the drive to mobilize a disproportionate number of Beryats was a political choice, as the Kremlin saw Beryatia as having less of a risk of anti-government protests than Moscow or St. Petersburg. Not all of the recruits are from Siberia, some were from other parts of Russia. Приносит через себя всю эту боль, когда ты видишь очередные жертвы, которых убивают, пытают, насилуют моя страна. Я вот быть подлецом для меня страшнее, поэтому я преодолеваю свой страх за собственную жизнь. Понимаю, что я должен что-то делать, что-то не быть, чтобы через бездействие несу сейчас этому злу, которое я вижу. Не если, а когда Украина дойдет до границ 91 года, если она из опасения применения России ядерного оружия не пойдет дальше, то я бы очень хотел, чтобы к этому моменту сформировалось достаточно массовое подразделение, боеспособное из здравомыслящих россиян, которые с оружием в руках добьются разгрома путинского режима. Два шага назад, шагом марш. Патроны получить. Снарядить. Я очень поддерживаю стремление этих ребят в борьбе за свободу своего народа, потому что я думаю, что это как раз и поможет тому, чтобы эта империя развалилась, чтобы тюрьма была разрушена и народы жили не под колониальным гнетом, а жили для самих себя, развивались, процветали, и чтобы их никто не угнетал. Я не верю в то, что это сделали в Буче все преступления военные, два азиата. А российские СМИ, им это выгодно, ставить нас, бурятов, якутов, алтайцев, там, тувинцев, варварами. Просто-напросто варварами. Они, начиная с царской России, когда нас колонизировали, они уничтожали нашу культуру, наш язык, наши традиции. Просто-напросто русификацией занимаются. Мы уже устали от этого просто-напросто, поймите нас. Мы живем бедно, у нас все забирают, мы даже не газифицированы элементарно. Сколько можно его верить это? Россия, она как была царская, как была при СССР, так и осталась сейчас при Путине. Мы уже устали от этого. По мне, так я устал от этого просто-напросто. Зависеть от нее. Я хочу независимости для своей республики и решать свою судьбу сам.